Набираем 1500 лайков, и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет, дорогие подписчики, зрители канала, с вами Локи, и мы продолжаем карьеру за Зенит FIFA 22. Огромное спасибо вам за поддержку к прошлой серии, за ваши лайки и комментарии, продолжайте в том же духе, ну а я буду продолжать радовать ребята вас новыми выпусками. Давайте взглянем на нашу турнирную таблицу. Для всех тех, кто постоянно говорит, что я только и выигрываю, как вы видите, у нас есть два поражения, и у большинства команд тоже, кстати говоря, по два поражения, просто мы чаще выигрываем, чем играем в ничью, и в принципе не так сильно оторвались от наших соперников. Если другие выигрывают, почему не можем выигрывать мы? Самое забавное, что когда ты выигрываешь в FIFA, тебе говорят неинтересно. А, например, в UFC, когда ты один раз проиграл из 16 боев, тебе говорят, что все, интерес закончен, ты проиграл, и смотреть дальше мы не хотим, потому что мы хотели звездную карьеру, где будут одни победы. В общем, сколько людей, ребята, столько и мнений. Сегодня у нас матчи в чемпионате, матчи в Лиге Чемпионов. Мы сыграем против Леха, сыграем против мадридского Реала и сыграем против Краснодара. Все остальные матчи мы просимулируем, на этом ноябрь мы завершим. В следующей серии у нас будет Монако, кубковая встреча с Рубином и что-нибудь еще, ребята, мы найдем, потому как у нас уже там будет трансферное окно, нам, в принципе, трансферы сейчас не нужны, но мы будем смотреть уже по ходу событий. Сейчас матч против Уфы, ребята, мы симулируем, смотрим, как он завершился, ну а вы пока поддержите видосик лайком, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если вы новенький, прожимайте колокольчик. На, у нас победа 2-1. Здесь Миранчук и Генрих Мхитарян, авторы забитых голов. Ну а также, ребята, не забывайте заглядывать на мой второй канал. Его название Фандом Лига. Там мы проходим различные игры, связанные с супергероями. Собираем модель Железного Человека в реальной жизни. Ну а также скоро будут обзоры на различные фигурки. Так что, кому вся эта тема близка, ребята, заходите, смотрите. Там же будут новинки как с PS5, так и с ПК. Различные какие-то эксклюзивчики. В общем, каждый найдет для себя что посмотреть. Ну а мы отправляемся на игру против Леха, ребята. Пока что мы лидируем в группе. У Леха нет очков, и вот так вот выглядят сейчас составы. Мы единственное поменяем форму, наверное, у нашего соперника, потому что сейчас особого различия нет. Но мы сыграем в своей хозяйской, они в гостевой. Жаль, конечно, что у них нет какой-то цветной формы. Но я думаю, и так все будет нормально. Так что, ребята, поехали. Сегодня на эту игру Белотти у нас выходит с капитанской повязкой. Нам его предложили в команде, потому что у него есть талант лидера. Ну а также в комментариях ребята хотели увидеть именно почему-то Белотти с капитанской повязкой. Ну почему бы и нет, он действительно после ухода Азмуна очень здорово влился в коллектив, тот же Хвич отлично вошел. И знаете, вот если так посмотреть на те трансферы, которые мы с вами сделали, они все очень здорово вписались в нашу команду. Захарян, Миранчук, Головин в центре поля играют здорово, друг друга меняя. Там есть, если что, Далер Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Мхитарян. Тоже здорово могут сыграть на разных флангах. Ну и, конечно же, наша оборона. Гвардиол и Филиппо Луис, они тоже частенько меняют Чистякова, Ракитского. Ну и пара, конечно же, вратарей, это Сафонов и Крицук. У нас очень боевой состав, и очень здорово, что у нас получается находить взаимозаменяемых футболистов. Кто-то говорит, что ты собрал себе команду СНГ, это нереалистично, но как минимум, ребята, я сказал, что именно эти трансферы в «Зените» хотя бы могли бы быть. Это не Месси и не Роналду, а так любой трансфер в игре, если его нет в жизни, он уже нереалистичный. Но на то это и игра, чтобы делать что-то, чего нет в жизни. Мы, ребята, пытаемся выиграть Лигу Чемпионов. Собственно, из-за этого эта карьера и начиналась. Ну а кто говорит, что это нереалистично, ну тогда я не знаю, наверное, видеоигры просто, ребята, не для вас. Раз вы все время пытаетесь найти что-то, что связано с реальной жизнью. Белотти, передача на Александра Головина. И вот сейчас Малком уже набирает скорость, а здесь попадание мяча в руку и должен быть штрафной. Опасный момент. Сейчас мы создаем это Малком. Попробовать с правой ноги пробить. Белотти продавливал соперника. Это Вендел, и его дальний удар, снова Белотти, классно разворачивается, бьет с левой, каркас ворот спасает, ну же, Малком! Ребята, это просто какая-то клоунада, если честно, я не понял, каким местом Малком вообще забил этот мяч в ворота.
Но мы довольно быстро выходим вперед, и этот гол приближает сейчас нашу команду к выходу из группы. У нас 7 очков, эта победа принесет 10 очков, и этого хватит уже для того, чтобы выйти. Малком как-то еле-еле коснулся мяча, и это дезориентировало голкипера. Мяч вот так вот над ним, или за ним уже проскочил, в общем, 1-0. Мы, что называется, втолкали мяч в сетку ворот. И сделал это Малком на 10-й минуте. 10-й номер, и счет становится 1-0. Тоже десятка из двух чисел. Ну а вот и попытка Леха пойти в атаку. У них пока очков в группе нет. Они проиграли всем, кому могли. Ну и в прошлом матче, кстати говоря, они нам тоже уступили. Дальний удар по воротам. Караваев успевает. Опасная передача. Караваев пустил соперника за спину. И, ребята, 1-1. Здесь не успевает Чистяков. Но вот здесь Караваев, конечно, привез. Капитан Леха забивает гол. 23-я минута. Счет становится равным. Но обидно, если честно, пропускать такой мяч. Так как не сильно был опасный момент. И вот здесь Караваев был ближе. Но, опять-таки, его как-то забултыхало. Ну, а здесь Караваев... Чистяков прикрывал дальнего футболиста Леха, а Ракитский не успел за своим оппонентом. В итоге к середине первого тайма счет равный 1-1. Александр Головин, рядом Белотти. Уходит Белотти от соперника, пытался пробить, не получилось. Вендал навязывает борьбу на втором этаже, но до Белотти мяч не дошел. Знаете, Белотти мне нравится тем, что вот он именно может продавить. Дальний удар по воротам. Спасает Сафонов, выговаривает обороне. Ну а здесь отложенная карточка. Это Клаудиньо сбили в один из эпизодов. Еще один момент. И Лех забивает второй. 41-я минута, ребята. Вот так вот. Не хотят они сдаваться. Будут биться хотя бы, может быть, за Лигу Европы. В принципе, еще помимо этой встречи два матча. Ну и здесь повезло им с отскоком. Снова наша оборона... Привозит моменты, снова Ракитский как-то не поспевает за соперником, остается позади. Но его частенько, из-за того, что мы меняем центральных защитников, даем кому-то отдохнуть, у нас возникают проблемы. Мадридский Реал тем временем выигрывает у Монако 1-0 у себя дома. Ну а мы пока уступаем Леху 2-1 у себя дома. Нам нужно подсобраться. Мы забили первыми, но после этого как-то игра особо не шла. Малком прокидывает мяч, можно сыграть центр на Белотти, Белотти, дальше, Клаудиньо, удар с левой, вынимай, ничья 2-2, 55-я минута. Ну вот и мы реализуем свой момент, здорово. Разыграли с фланга на фланг, Белотти увидел забегание Клаудиньо, и тот без обработки шьет под перекладину в дальний угол. Опасная разрезающая передача, удар в дальний, потащил Сафонов. Немножко дриблинга. Передача пяткой. Здорово! Александр Головин. Вот и его гол. Но как же классно сыграл Клаудиньо, ребята. 73-я минута. Вся оборона Леха здесь проморгала этот эпизод. И Александр Головин забивает третий мяч. И посмотрите, Клаудиньо пяткой через трех. И здесь нужно было только забить. У нас Белотти уступает место на поле Хвичи Кварасхели, и, ребята, остается чуть больше 15 минут. Еще одна передача за спину Караваеву. Караваев, нельзя отпускать соперника. Ну, хотя бы с нарушением правил, но все-таки Караваев остановил своего оппонента. У нас Гвардиола выходит вместо Дугласа Сантоса, и штрафной удар. Сейчас нужно повнимательнее действовать. Пошла подача, Чистяков. Ну и здесь... Вот так вот, просто от греха подальше выносим. Ладно, Гвардиол пока полон сил, потащит мяч сам, и можно вот сейчас подавать на дальнюю. Снова! Здорово бил Головин, но немножко точности не хватило. Еще одна атака, снова Александр Головин! И здесь уже спасает голкипер. Но вот к концовке у нас стало получаться больше моментов. Сильнее Лех начал раскрываться после третьего пропущенного, это Малком. Захарян, его выстрел с левой, мяч рикошетит, и это пенальти. Разбег, удар. 4-2. 4-2 и гол Хвичи, ребята. Аккуратно, как рукой, закинул в девятку. И мы увеличиваем свое превосходство под самый занавес этой встречи.
Ну, красиво, красиво Хвича исполнил, аккуратненько. Точно в девятку, и голкипер не имел никаких шансов. Это, ребята, победа, это 3 очка. Мы оформляем 10 очков на групповой стадии. Ну и давайте посмотрим, как сыграл Реал и Монако. Реал выиграл 2-1. Сейчас, ребята, у нас игра против Ахмата, ее мы тоже симулируем. Давайте посмотрим, как она завершится и какая команда выиграет. Это победа 2-1. Белотти и Александр Головин, авторы забитых голов. Как мы видим, ребята, Краснодар нас продолжает преследовать. 2 очка отставания, но у нас игра в запасе. Это игра против Рубина, которую мы сейчас проведем. Вот такой вот составчик на ваших экранах, ребята. Состав Рубина также здесь присутствует. Ну и давайте начинать. У нас сегодня ротация, потому что через пару дней нас ждет игра против мадридского Реала. Поехали. У нас Алексей Миранчук получил травму, ушиб ребра, и 2 недели его не будет. Но сегодня я предпочел выпустить больше резервных футболистов. Да, кто-то есть еще и из основы, но поскольку через 2 дня нам играть с Реалом, там нужны все основные футболисты, которые играют чаще. Как мы видим, Рубин пока что занимает 5-ю строчку, но их отделяет всего лишь 2 очка до 3-го места. Давайте начинать, посмотрим, кто сегодня окажется сильнее. Опасный пас. Прокидывают мяч, но здесь Крицук спокоен, забирает мяч в руки, быстренько выбрасывает его на Дугласа Сантоса. Сантос. И снова Рубин подходит к нашей штрафной. Ракитский отпускает соперника и, ну серьезно, ну Чистяков, я не понимаю, что с нашей защитой, когда вот так вот идет пас за спину, казалось бы, мы находимся первее к мячу, но что Караваев, что Чистяков уже в каком матче не поспевают, и Рубин выходит, ребята, вперед, вот так вот. Ну посмотрите, Чистяков, ну ты первый на мяче, и ты просто тормозишь, я не знаю, что это. И кто-то мне все время говорит, что только я проскакиваю легко за спину, и все у меня только проходит. Но посмотрите на эти голы, они точно такие же, как и у меня бывает. Хвича. Ну, это должна быть желтая. Но арбитр пока устно предупреждает. Разбег, удар. Голкипер вытаскивает мяч из девятки. Хороший был момент, но, к сожалению, реализовать его мы не смогли. Игнатьев пытается уйти от Ракитского. И классно, классно действует Крицук, ребята. Ну и теперь в контратаку уже нужно бежать нам. Это Клаудиньо. Раскачивает сейчас оппонента. Клаудиньо. Захарян, удар по воротам и 1-1. Ну вот, ребята, и Захарян выстрелил на 31-й минуте. Если бы сейчас Рубин забил в атаке, понятное дело, что нам бы было сложнее. Но Крицук спас. Иногда и голкипер должен спасать, и мы проводим хорошую контратаку. Разрезающая передача, и Захарян от души вложился. Интересная игра, довольно много моментов у команд. У нас начинается 2-й тайм, и пока ничья 1-1. Посмотрим, что смогут показать команды уже во 2-м тайме. Он видит Клаудиньо на фланге. Хорошая передача, нужно сейчас набирать обороты. Клаудиньо! Подача на дальнюю, но слишком сильно. Захарян к этому мячу не поспел сразу, но мы оставляем его в атаке. Генрих Мхитарян, выстрел с левой. Вильмер Бариус, ну же, забить! И Кузяев не попадает. Ну, он не левша, ребята, и здесь не хватило, возможно, умения удара с левой ноги. Генрих Мхитарян, снова пас на Захаряна. Захарян развернулся. Классно убирает соперника, пробить не дотягивается. Передача на Долера Кузяева, Кузяев, Клаудиньо, надо крутить в дальний. И пенальти. Разбег, удар. И 2-1. 2-1, и у нас Александр Головин выйдет вместо Долера Кузяева. Мы выходим вперед на 66-й минуте. И Клаудиньо с капитанской повязкой выводит команду вперед. Боялся я, что именно в этот угол будет прыгать голкипер, но он сделал движение, но не стал нырять за мячом. Хотя, возможно, если бы он прыгнул, он бы смог отразить этот удар. 2-1. И играть еще чуть больше 20 минут. Еще одна атака Рубина. Неплохо здесь Клаудиньо пошел помогать партнерам. Крутанули Ракитского. Вильмар Бариус выставляет ногу и уже пенальти в наши ворота. Ну вот так бывает. Удар по центру. И 2-2.
Рубин сравнивает счет, остается 18 минут до конца, и Игнатьев снова делает счет равным. Хвича, еще один момент, здесь Генрих Мхитарян, передача. А что там, офсайд? Ну же, Генрих Мхитарян, удар по воротам, потащил вратарь. Хороший момент в самом конце этого матча. Я думаю, это последний угловой, снова Мхитарян. Еще один дальний удар, мяч рикошетит, здесь уже пенальти не будет. И, по всей видимости, да, ребята, это ничья 2-2. Команды так и не выявили победителя. У нас снова, ребята, Лига Чемпионов. Всего лишь одно очко разделяет команды. Именно с мадридским Реалом начался наш путь в этом групповом раунде Лиги Чемпионов. Давайте отправляться. Сегодня мы играем с самым сильным, наверное, составом, который мог быть. Сейчас я посмотрю, какая форма есть еще у мадридского Реала. Что-нибудь более отличительное поставим. Пускай они сыграют в своей беленькой форме. Я думаю, это будет нормально. И, ребята, давайте отправляться на игру. Первый матч с мадридским Реалом получился очень жарким. В итоге мы все-таки в конце смогли вырвать победу. Счет был 3-2. И, как мы видим, мадридский Реал после этого поражения не особо-то и сбавляет обороты. Всего лишь одно очко. Если сейчас они нас обыгрывают, они уже выходят на первое место в группе. И начинается действительно волнующая история. Но мы, ребята, играем дома. Мы играем сегодня, можно сказать, самым основным составом. Но если бы был Миранчук, можно было бы его выпустить вместо Захаряна. Мхитарян как-то в последних играх немножко подугас, так же, как, в принципе, и Хвича. Да и как Чистяков, Ракитский. Иногда бывают такие спады у футболистов. Но, ребята, главное сейчас сыграть на максимум. Сегодня выходят Филиппе Луис и Гвардиол в центр обороны. Дуглас Сантос, Караваев по краям. Сафонов на воротах. В центре поля Захарян, Вендел и Бариус. Ну и в атаке Клаудиньо, Белотти и Малком. Будем надеяться, что у нас получится сегодня противостоять мадридскому Реалу, которые набрали хороший ход, которые тоже сегодня вполне в основном составе. Азар, Асенсио по краям. Карим Бензема. Очень плотненький центр поля. Ну и, ребята, составы мы уже видели, так что давайте начинать. Нам главное не привозить к своим воротам моменты. Если это получится сделать, тогда, я думаю, мы сможем как минимум сыграть ничью. Ничья нас устроит. Карим Бензема, перевод на Эдена Азара. Азар против Караваева. В первом матче это было такое, знаете, весьма непростое противостояние. Здесь еще и Бензема приходит помогать. Филиппе Луис. И он смог спокойненько выбить мяч. Опасная передача во фланг. Адриасоло против него. Бариус. Здесь Филиппе Луис, ребята, играл с огнем, но мы смогли выйти из обороны в атаку. Караваев, Белотти. И вот сейчас нужно засылать на Клаудиньо. Один в один Клаудиньо может обыграть Адриасолу. Залетает в штрафную, бьет в дальний. И каркас ворот спасает. Белотти, дави, нет. Тибо Куртуа забирает мяч в руки. Смял одного. Здесь Караваев против Эдена Азара. Подача в штрафную. Ну и Филиппе Луис просто от греха подальше выносил мяч. Но снова Реал на подборе. Особо даже остановок в этой встрече нет. А здесь не было офсайда. Нет, арбитр разрешает играть. Тут уже и Малком пришел помочь. Карим Бензема. Много футболистов, играющих, можно сказать, не на своей позиции, но смещаются сюда на угол, чтобы что-то придумать. Лука Модрич. Опасная передача. Удар по воротам, и Сафонов переводит на угловой. Это Казимира пробивал. Сильная подача. Удар по воротам есть, и все-таки он оказывается в сетке. Это Асенсио. На подборе, ребята, оказался шустрее всех. Немножко растерялся, мне кажется, Сафонов в ближнем. Ну и здесь сложно, сложно ему было сориентироваться, потому что Карим Бензема перекрывал немного обзор. В итоге мадридский Реал выходит вперед на 27-й минуте. И вот так вот, ребята, не забиваешь ты, забивают тебе. У нас был момент, мы попали в каркас ворот. Ну а мадридский Реал воспользовался. Только втягивались в эту Лигу Чемпионов. Ну а сейчас мы начинаем сами проваливаться. Эден Азар! Ух, вот это момент! Если бы Бензема сейчас смог замкнуть,
Это, ребята, было бы опасно. Белотти! Хороший пас на Малкома, Малком! Вендал, с левой удар! И 1-1, ребята! Вот и Вендал расчехлил! Классно, ребята! Бразильцы разыграли здесь очень здорово и немножко танцев под занавес первого тайма. Белотти и Захарян их тоже уже изучили. Один на один, ребята. Но здесь Малком увидел Вендала, тот развернулся и с левой ноги пустил мяч в дальний угол. Куртуа спасти не сумел. Это, ребята, гол за минуту до конца. Это второй гол Вендала в 5 играх Лиги Чемпионов. Ну и вот так вот, в концовке первого тайма мы показываем, что мы готовы играть на равных против мадридского Реала. Монако выигрывает у Леха на выезде 1-0. Там, в принципе, все понятно. Лех боролся с нами, но в итоге тоже проиграл. И снова Карим Бензема. Дуглас Сантос против него. Выносим мяч подальше. Захарян, Малком. Молодец, Вильмар Бариус жестко ставит ногу. Малком, надо бежать. Белотти не поможет. У Малкома есть скорость. Малком, один в один убирает соперника. Малком бьет. Ну же, Белотти. Белотти решил чуть придержать. Захарян, снова Малком. Уже справа бьет Малком и спасает Тибо Куртуа. Клаудиньо обокрал соперника. Клаудиньо залетает в штрафную. Прострел на дальний. Удар Белотти. Куда же ты бьешь с левой? Ну и снова. Снова у нас были моменты. Мы не забили. 4-2 по ударам. Каравай выиграть вверх. Здорово. Снова Малком. Сегодня Малком хорош. Вендал. Передача тоненькая на Белотти. Белотти продавливает соперника. Бьет, но только лишь угловой. Вильмар Бариус. Белотти. Ну, Захарян, надо помочь. Открывается Захарян. Арсенчик, давай. Удар по воротам. Штанга. Передача в центр. Опасно. Карим Бензема выкатывает. Под удар. Удар есть. Спасает, ребята, Сафонов. Классная передача на Белотти. Кати дальше на Захаряна. Захарян, выход 1-1. Ну же, Захарян. И прошивает Захарян Куртуа. Вот так вот, ребята. 83-я минута. Арсен Захарян все-таки сегодня забивает гол. И классная передача Белотти. Ну и здесь Куртуа пытался, видимо, приемом карате отбить этот мяч. Мы дожимаем. Мадридский Реал во втором тайме. Выходит Головин вместо Захаряна и остается примерно 10 минут с учетом добавленного. Ну а Модрич, кстати говоря, заработал еще и желтую. Это, видимо, за фол против Дугласа Сантоса. Ой-ой-ой, там Караваева крутанули, он чуть ли не брейкданс танцевал. Белотти начинает раскрываться сейчас. Мадридский Реал снова опасно. Клаудиньо, отсюда можно пробить в дальний. Бьет Клаудиньо, ух, какой момент. Трибуны ликуют. Мы вырываем домашнюю победу против мадридского Реала. Мы остаемся на первом месте в группе. И я надеюсь, эта серия вам понравилась. Поддержите видео лайком, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо, всем пока.